Скорее всего, у каждого дома найдутся какие-нибудь старые пуговицы, которые были отпороты от пальто, кофточек, рубашек. И вот из этих пуговиц можно сделать замечательные такие бусы, погремушка, которую можно повесить и на кроватку, и на развивающий коврик, и просто повесить. Вон она уже намотала себе на руку, тарахтит ими прям с удовольствием.